Трагедия в Боровичском районе. 7-летняя девочка погибла сегодня вечером в результате падения дерева. Обстоятельства ЧП выясняет Следственный комитет. Сегодня около 16 часов Боровический межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области поступило сообщение о том, что при спиливании деревьев рядом со зданием администрации Травковского сельского поселения Боровического района на девочку 2010 года рождения упало дерево. От полученной травмы она скончалась. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Добавим, что по информации наших коллег из сетевого издания 53 новости, девочка шла вместе с мамой. В один момент ребенок побежал вперед и попал в опасную зону. Также издание сообщает, что правительство Новгородской области окажет всю необходимую помощь родителям.